гвоздь. Течение дней, шелестенье лет, туман, ветер и шум дождя. Мне было довольно того, что след остался после гвоздя. Когда же след от гвоздя исчез под кистью старого маляра? Мне было довольно того, что след гвоздя был виден вчера. Ла-л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 а. Моей любви ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою и в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Кажется, Вольтер. В общем, мои родные принадлежали к аристократическому роду. Мама из научной среды, а папа... Папа был очень красивый. Смесь цыгана с югославом. Вы представляете картину? Мама! Юная светская жонглёром убежала. Без всего, с одной только сухой. Опять забыла твое имя. Мама нарекла меня Лора. Лора? Ну, дедушка звал Лариса, а близкие просто Лора. Близкие? Да это кто? Те, кто недалеко. Остальные окликают тебя Лора? Ну да. Отчество-то хоть наше? Папу звали Лориан. Я из сумасшедшего дома. Я серьезно, гражданин. Я серьезно, товарищ. А в чем дело? Ни в чем. Просто мне показалось, что я вас видел здесь несколько лет назад и решил узнать, больной вы или нет. Здесь еще одна девушка была. Девушка? Да. Ты что ты ко мне прицепился-то, а? Я кричит, проклятый. Я предложить вам погулять на воле. Иди отсюда, погуляй. Девушка, а вы что сюда? Извините, что побеспокоил. А я цветов приехала нарвать полевых. Ага. В школе гербарии задали. А если без шуток? Слушайте, чего вы ко мне прицепились-то все, а? Я вас, кажется, не трогаю. Еще бы не хватало, чтобы ты меня трогала. Фамилию быстро мне. Какую фамилию? Фамилию. Чего ты прицепилась-то? С вами не говорят. А, фамилию. Следите за афишами. Мы на это отвечаем. Девушку Мария зовут. Да. Пожарница вас ищет. Какая? Так, ладно, иди погуляй. Ой, тот-то какой. Где? Где честь мундира? Офицеры, а? Этот что был, он с вами? Он физик-атомщик. А-а-а. Вообще, представляете, какая у него нагрузка на мозг? Вот вы себя на его место поставьте. Вот в день столько, сколько у вас за пятилетку. Он же с вами еще и шутит. Силы в себе находит. Понятно. Ладно. Пойду действительно прогуляюсь. Кстати, не подскажете, зонтик-то брать с собой? Старый ты, порешь еще отвечай. Могу это чучелом работать, Тамара с тобой. Молодой человек. Ой, я вам сколько раз повторяла, не нарушайте правила распорядка. Здесь женское помещение. Что смеетесь, да? Мужчинам надо выйти. Здорово, мать. Вань, кто у вас живет третий дом на повороте? Нет, ты представляешь, иди, говорит, ко мне батрачить за два огурца в месяц.
Больше двух не могу, не урожай. Ты не привезла с собой поесть? Ищу там тебя. Ничего не привезла. А что это? Там пошла часть, обратно, что мы стелить должны. Тебя нет. Здрасте, бери хлеб. Пост твой внизу на дороге. На дороге у истока. А здесь? Здесь ты зачем? Скажешь, домой заходил, забыл бинокль, понял? Все в порядке. Тебе такое задание передали. Чтобы никто лишний в столицу не проехал. Так или нет? Вот, вот ее надо домой к нам. Которую? Ее Марии зовут. Твой дом теперь в Москве. Да ваш, про тебя а говорят. А я вот среди. Ой, смешно как. Так, ладно, пойдем на воздух. Куда? У меня дел здесь полно. Песку бочки наносить. Шланги проверить. Вот сушняк. Все рассохло, с одной стороны достаточно. Ладно, хватит об этом. Ты плохо службу служишь, сынок. Хватит. Лейтенант, слава богу, нашелся. Пошел, сказал, наверх. Наблюдательный пункт оборудовать. На нас сейчас весь мир смотрит! А ты он китель скинул, рубашку расстегнул до пупа. Да я смотреть на тебя не могу, все, иди отсюда, не позорь. Мать, слушай меня! Так иди же домой сразу! А ты кончай. А ты не указывай мне, сколько пить. Вот да! Иди, там тебя ищут уже. Наверное, ищут. Где лопата, а? Здесь же стояла. Вань, она во дворе должна. Ты сказала подмести, я подмела. Во дворе стоит. А метлой ты яму копаешь? Метла у меня для полета. Лампочка в патроне. Иди сюда. Право крутанешь, включишь, назад выключишь. Нет. Вань, не надо. Не надо мне такого света. Я в темноте. Да все изолировано, не бойся. А. Чтобы на ночь горячим не оставлять. Мне лампочку следи за этим. Мой был путейский обходчик. Ну, люди его называли заходчик. Гулял он от меня. У нас всякая шваль селилась, кому в город нельзя было, цыгане. А? Он и к ним заходил. Татарин он был. С юга, с крымских степей. С умнейшей головой. Знаешь, на газету раз посмотрит, всю наизусть помнит. Даже в какой типографии отпечатано. Не мог он дома дня просидеть. Потолок, говорит, мешает. Я-то думал, говорит. Решил за ним проследить. Ты меня слушаешь? Я вас слышу, слух не болит. Идет он ночью. По колее, а я за ним, придорожник. Вдруг остановился, голову назад запрокинул и стоит. Долго так стоит. Я думаю, татарская кровь в нем заговорила. Ну, может, он молится. А он вдруг... Так закричит. Вверх. По-волчьи. Мне как косой срезал. Упал, кулак запустил, а назад я домой ползла. У меня ноги отнеслись. Я ведь только потом поняла, что это он пил. Каждую ночь, когда ветер к нам был, потом отлил бронзе, отвез на выставку, взял диплом первой степени, скотина. Знаете, как мою статую назвал? Ой. Девушка с кувалдой.
А потом отвез куда-то на заставу и продал за полцентнера кабаньего мяса. Я Валентина. А, Валюш, подъехали к тебе. Соседи говорят, поднимайтесь, резервация ваша наверху. А сюда колдобины. Овсянников только новую машину взял. Зубами скрипит, говорит, двигатель надорвется. Ну, народ, а? Все знает. Уже и ярлык нашили. Резервация. Ань, ты что ли болтала? Да я таких слов не знаю. Напарницу твоей не понравилось. И самой бы тебе неплохо было бы сюда трезвой приехать. Извините, пожалуйста. Ну, вот такое мир жилище. Это Анна и Мария. Здрасте. Может, еще кто подъедет. Не-не, все равно, больно ты страшна. Ну, скажи, что из сельской местности, пастушка. А, скажи, Лора на подходе? Имеем такой ассортимент выбора. А ее не трогай. Я глаза тебе вырву, поняла? Точь! Что думаешь, я валерик, что ли, совсем? Я и в порту работала, у меня старпомы были. Рио-де-Жанейро, Марсель, Кадачи. Ждите, девочки, мы скоро будем ваши. Сигарету дала в зубы? Надо сказать спасибо. Чао! Значит, ты растешь. Вот, вот вы знаете, я и во сне летала, и наяву летала, а вырасти так и не удалось. Я и с горы прыгала, и над морем летала. Даже сейчас снится, представляете? Вот так вот. Новый. Странно, почему вы заговорили именно об этом? Да? Я как раз подумал примерно о том же. Вот на этой койке лежал один грек, некто Иаде. Кличку, конечно, дали ему Одиссей. И спрашивали, как дела, Одиссей? А вот? Лежу на облаках. Слушайте, а хорошо дурака. Захотел, лег на облака. Да. Нет, у меня все просто. Я воздушная гимнастка, ну, вы знаете, я с детства в цирке. Ну, меня родители постоянно брали с собой. Ну, а что я? Я удобная крошка была, знаете, из ящика в ящик так дырк-дырк-дырк-дырк. Пилили меня постоянно, ну, не по-настоящему, конечно же. Вот. А теперь я воздушная гимнастка. И вы знаете, в Москве хочу что-нибудь показать. Вот думаю пока. Вот у меня есть идея. Послушайте. Я вся в красном. Подкуплен цирк. Меня передают из рук в руки, как вымпел какой-то переходящий. Знаете, я летаю. Я летаю. Благодарю. Все. Лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла. И потому мои дела немного пользы вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну, но только полную тревог я променял бы. Если б мог. Думала. Надену на каком-нибудь приеме. Я чемпион. Клара была в судаке у меня в прошлом лет. Обещала приучить в этом. Говорила, будут шансы. А вот видите, где я оказалась. Ну ничего. Сумасшедший доктор
тоже подойдет. Ну, иди сюда. Шансик. Ой, подожди, ты только не торопись, ладно? Да стой! Нравлюсь я тебе? Да. А я это сразу поняла, когда ты вернулась. Ничего ты. Боишься? Ой, да не бойся. Надо же ведь, чтобы у нас с тобой все красиво было, да? Ой, смотри. Еще светло. Звезда уже горит. Это Венера. Богиня любви. Торопится девушка себя показать. Замуж хочет. Это сигнальная ракета. Say.